Доброе утро! Сегодня начинаем копать картошку. Уже на зиму. Григорий. Я сейчас начну вот этот вот рядочек копать тоже. Уже вторая тачка у нас тут с Григорием. Осталось чуть-чуть. Сегодня мы полтора рядка. И получается, чтобы на этой неделе докопать, нам нужно также по полтора рядка копать. Еще шесть осталось. Все, сыпали две тачки. Сегодня вечером будем ее перебирать. Это было в детстве вообще, по-моему, главное летнее дело – выкопать картошку. В общем, вот начали. Посмотрим, на сколько дней, не знаю. Выкопаем за эту неделю до выходных или немножко еще оставим. Посмотрим. Так, у нас тут сваты и вафельки. Тебя заставили смотреть сватов? Нет, купаюсь. Есть. А, есть? Вафельки. Тебе не понравились? Почему тебе не понравились? Они вкусные. Так, дети тут с гаджетами обрезают лук ножничками. Да, я сама разрешила с гаджетами. Вот так вот надо лук обрезать. Я уже поставила вариться курочку. Сварим какой-нибудь супчик на обед, компотик. Так классно, все из морозилки покидала. Яблочки Гриша принес. И такой вот ассорти получилось. Прям с малиной, с клубникой, с черной смородинкой, с вишней. И бульончик будет. Так, а я пришла за огурцами. Смотрю, что тут помидорки уже тоже скоро будут. И сейчас иду к огурчикам. Ага, сейчас тут буду искать огурцы, собирать. Ура! Почти два ведра огурцов насобирала. Все, сейчас потащу, буду перебирать, потому что есть уже прям переростки. Их, конечно, будем так кушать, чистить и в салат. Вот, остальные закатаю.
Я съездила в магазин, даже в два магазина. В одном купила всякие сладости, помидорки и лапшу. А другой — магнит. Там, кстати, не было света, прям проблема была. Генераторы работали, но вот касса, там вот эта карты, была проблема. Так, и еще где-то два арбузика мне тут положили. Вот, я еще купила два арбузика там же, где и покупала в прошлый раз, да, они по 40 рублей. Вот эти два на 600 рублей были. Они такие большие. Вот они, наши покупочки. Помимо того, что два арбуза, купила еще гречку. Хочу гречку с мясом сделать, грибы. Вот такие вот печеньки с ягодной серединкой. Так, по ценам грибы стоили вот этот вот лоток 219 рублей. Гречка 100 рублей, зеленый лук. Даже не знаю, в общем, чека нет. Сметана по-разному стоила. Одна 79 рублей, другая чуть дешевле. Или 60 рублей. Вот такая вот. Рогалики. Это как такие сладкие пирожки, такие рулетики. Спагетти взяла. Белорусское золото, сыр. Вот такую вот лапшичку сейчас сварю. 72 рубля она стоит. Вот таких два творожка. Афанасий уже один кушает. Вот такие два творожка. И арбуз. Так, сижу здесь у мальчиков. Подавала сейчас заявление на госуслуги по поводу вот этих вот 10 тысяч выплат. Оно там мне пришло заполненное автоматически. Но Антона с Афанасием почему-то перепутали имена. Я вот сейчас там все подредактировала, что было не так. Поэтому все-таки надо проверять. Потому что я что-то начала смотреть. Даты рождения. А у меня там два Антона. Афанасия вообще даже не было. Сейчас вот все перепроверила и отправила. Будем ждать теперь какого-то августа, не помню. Слушайте, у меня как будто усы, а это я вспотела. Блин, так жарко, до сих пор кондиционер работает, хотя уже почти 7 вечера. Очень жарко. Я забрала Афанасия. Сейчас уже развешиваю, вернее, снимаю белье. Сразу его складываю. Что делаю сейчас? И пойду вывешивать белье. Сейчас это сразу разложу. Сейчас позвоню девушке Лёше. Афоня так интересно разговаривает. Так, вы уже яйца собрали у курей? Надо, если вы их собрали, то скажите, сколько штук. Девушка Лёша говорит, нет, 8 часов пойду. Так, тогда, пожалуйста, позвоните. Позвоните мне и скажите. Я должен знать, сколько штук яиц. Мы будем их считать. Говорит, сфотографируйте, мы их посчитаем. Так что в 8 часов ждем видеоотчета или фотоотчета от дедушки Лёши. Сейчас еще ждем родню. Едут к нам в гости. Вот тут как раз и лучок, который мальчишки обрезали сегодня. Вот, наобрезали. Вот ящичек. Им осталось вот ящичек. Вот немножечко сверху. И вот здесь вот еще обрезать завтра. И все, лук будет обрезан. Сейчас, так, я наконец-то дошла до огурцов. Перебрала 2 мисочки, сейчас заливаю водой. Эти будем кушать. Или выбросим. Ну, не выбросим, в смысле, хозяйству отдадим. Так, где мой ребенок? Знаешь, что я хочу? Что? Что? Я хочу вот так вот, как бы ехать ногами. А, ну. Это не опасно? Не знаю. Не пробовала. Так. Нет, это тяжело. Опасно, да? Ну, не что опасно, ну, просто знаешь, опасно, что голову там разбить. Ну, и вообще, что оно на тебя уйдет, вообще упадет, и ты, оно же тяжелое. Угу. Знаешь, что я, Антон, я хочу вот так вот ехать. Можно он так будет ехать, Антон? Ну, дедушке спроси. Кстати, мам. Ой, я папу. Давай. Что ты? Где? Да. Это кондиционер. Почему мы не кусаемся? А потому что уже все, уже вечер, уже нет такой жары. Коляша у нас был, набрал себе огурцов, да, Коль? У-у-у. Сколько ты взял штучек? Один Коги и Серёги. А, один Марго и Серёги, да? Да.
Один себе? А Зоя ты не взял? Что ты говоришь, Зой? Ты первый раз видела мыльные пузыри? Да, у вас на канале. Да? Ой-ой-ой. Ну хорошо, зайчка. Все, люблю. Почаще подписчики ждут. Пока, Зой. Пока. Пока. Комарики к нам все хотят. Но это не только комарики, это еще и мошки. Или это только комарики? А ты не хочешь? Бля, сколько их. Паучкам тут работы. Кто к нам пришел? Я распрыгнула на батуте. Даже попрыгал. А что это Рекс? Хромает, да? Марта! Марта! Да, еще надо. Ой, мне сейчас еще кто-то сожрет. Марта, Марта, иди к нему. Марта, Марта. Хорошо. А, все, вы поменялись ролями? Да. Помогите. Вы как будто вот там. Вообще баскетболисты не смотрят на мяч. Ага. Не смотрят на папу, который им кричит с трибуны. Бей! Да, пап? Я не смотрю на меня. Да, давай-ка смотри.